За последние 10 лет я одну и ту же ситуацию переживаю второй раз. Когда-то через мою ученицу, которой я даровал ченнелинг, пришла информация о том, что Овен может быть свободен, так как миссию свою на планете завершил. Исходя из того, что данное воплощение последнее, это было весьма интересное, многообещающая и правдивая информация. И вы бы слышали тот такой шум, который льстил моему самолюбию на самом деле, который поднялся среди моих близких, знакомых и учеников. Все говорили: куда, не смей бросать нас, Овен, мы не можем без тебя, не бросай нас, ты нам нужен. И я помню, как это мне льстило. Что могу сказать? Из кричавших лишь один человек остался возле меня. Всех остальных, я буду говорить мягко, сдуло. Сдуло алчностью, сдуло завистью и многими другими вещами, о которых не сейчас речь. И вот сейчас, когда я сказал: я иду, но не ухожу, возникли те же самые вопросы: куда, зачем и почему. Так вот, когда я начал решать свои вопросы, я пошел и двигался очень динамично, потому что я догонял себя. Единственной святой целью было исцелить свою жизнь, себя самого и начать жить комфортно. И вот я шел, и когда момент исцеления наступил, появились ученики, и я начал причинять им добро. Добро, к которому они не были готовы. И я так увлекся, что я остановился на долгие годы. И я стоял. Так вот теперь я иду. Я вновь занялся собой. И мое заявление, которое предыдущее, в предыдущем видео, гласит лишь об одном. Овен двигается вперед. Продолжает свой путь. И я приглашаю всех желающих идти рядом, но каждый своей дорогой. Не стойте, идите, не останавливайтесь. Вот о чем возопил я в предыдущем видео и ору сейчас. Двигаться, двигаться, двигаться. Не останавливаться. Вы и все мы имеем на это большое право, но не надо ним пользоваться. Движение, движение, движение. Поэтому, дорогие мои, те, кто испугался, насторожился, да никуда я ни от кого не ухожу, ибо я так живу. Но я продолжил свой путь.